Блин, пипец! Чё можно просрать? Чувак, не бей, пожалуйста! Сильно не бей, да я тебя выиграю! Там сейчас вообще будет трэш! Тащим! Так, Friday Night Funkin' Beach Brothers! Не знаю, сколько это хороший или нехороший мод. В любом случае, там вроде бы сейчас есть какие-то поклонники у него. Я не знаю, с кем мы сейчас будем сражаться. Вот, у нас новая неделя. Week. Решетка. Неделя решетка. Ну, давай на нормале попробуем. Здесь три новых трека, как минимум. Разумеется, это новый какой-то... Не знаю, настоящий он, брат, не настоящий. Смотри, сзади все стоят из этого. Из Айзека, из... Ну, из игр похожих, да, похожего типа. О, смотри, кто здесь показался на моей вечеринке. Слушай, чувак, ну или паренек, ты реально думаешь то, что сможешь подкатить к моей девчонке? Ну, типа, это его girlfriend. Если ты думаешь то, что ее сердце может, типа, принадлежать тебе, то я давай покажу тебе, как все на самом деле. Би-бу-буп. Мы фига себе у него шлёпанцы! Ну смотри, без футболки тоже! Офигеть! Кайфарики! Круто очень! У него есть еще свисток, он чисто этот, пляжный, как спасатель! Видимо так! Прикольно! Блин, на харде, наверное, это будет очень тяжело проходить. Точно нормально играем, да ведь? Ну пока что уделываем просто. Братец! Мне тебя жаль. Ты уделан полностью. Но опять-таки еще не вечер, у него там еще может быть... Третий трек, второй трек, самые жесткие могут быть, вообще нереализуемые для меня. Посмотрим, посмотрим. Круто. Но пока легко, братишка, пока легко, давай дальше. О, я подтверждаю, у тебя есть скилл. Давай, шоу еще не закончило. А это было пока что слишком просто. Готовься ко второму раунду, панк. Ну или чувак. Панк это... Зачастую используется как фразеологизм. Полу-чувак. Давай, показывай. Кто здесь панк? Блин, круто! Блин, а сзади волны, видишь? Прикольно. Они все, блин, кидают мне челлендж какой-то, да? Победи меня, если сможешь, ты слишком слабый, я вот крутой. А по факту всех заваливают просто. Всех проходит. Ладно, там Джейла не прошли, да. Нику не прошли, Хацуна эту. Да, согласен. Ну, блин, остальных-то завалили. Джейл, конечно, жесткий, тут согласен. Но они особо и не кидали вызов. Мы там с ними выступали. Джейл не вызов кидал. Джейл просто сам по себе меня себе заблокировал и все. Нормально. Изично, изично. Да говорю, даже особо не стараюсь, особо не сконцентрирован. Ну что дальше? Ну давай, чувак. Хватит это терпеть. Мы... Ты поставил, короче, меня в плохом свете вот так. Удачи тебе в следующий раз. Тебе она пригодится.
Ну, это в следующий раз, он имеет в виду в следующей треке. В следующем раунде. Ну, давай посмотрим. Что-то второй был очень легкий. Второй трек был гораздо проще, наверное, чем первый. Кайф! Ну, прикольный трек все равно. Блин, не попал там половину, пипец. Нажимал-то нажимал, просто не попал. Блин, пипец! Че можно просрать? Чувак, не бей, пожалуйста. Сильно не бей, да я тебя выиграю. Там сейчас вообще будет трэш. Тащим! Тащим! Тащим, чуваки! Вытащили просто из могилы себя! Вытащили из могилы! Че, еще трек будет? Все, проиграл! Сваливай отсюда! Ты никчемен! У меня тоже, кстати, шлепанцы такие смешные! Круто! Просто никчемен. Ну давай попробуем его же, только на харде. Давай третий трек. А, мы не можем сразу третий трек. Я подумал, что третий трек на харде бы попробовал. Ну давай хотя бы первый попробуем, окей. Все, просрал он. Но мы его вынесли просто как мусор. На помоечку! Просто на помоечку, братишка. Кстати, вот этот чувак, да, братишка вот этот, который с нами батлится, выглядит покачественнее, чем наш главный герой. Я имею в виду, рисовка покачественнее выглядит. Найс! Он наваливает хардкора, наваливает, ничего не скажу. Он реально наваливает хардкора. Это будет очень тяжело пройти на третьем треке. Третий трек на такой скорости вообще будет билиберда просто получаться. Ну так-то, в принципе, все равно чувствуется. Чувствуется, что получается все легко. Красиво. Найс! Это на харде, ребят. Это все-таки посложнее было. Давай, мы тебя уже слышали. Че ты там балякаешь? Толку от того, что ты там крутышку из себя строишь. Ноль шансов у тебя на победу. Ноль. На самом деле у него много шансов, потому что мы на харде играем. Давайте посмотрим. Тяжело, не тяжело. Ну, в втором треке я тоже не особо сильно проигрывал, да ведь? Я на третьем треке там вообще вмазался максимально. Найс! Не, на хардкоре, ребят, спокойно можно его пройти. Окей, ладно, третий трек мы еще не знаем, сколько он будет сложен. На харде. Смотри, смотри, валит, офигеть! А, не, ребят, я походу проиграл.
А там скорость такая, там нужно по несколько раз нажимать на кнопку. То есть там вверх-вверх, вниз-вниз, влево-влево, вверх-вверх, вниз-вниз, влево-влево. Это вообще пипец-то. Это просто жесть. Но круто. Все-таки прошли его на нормале, я уже, в принципе, доволен. Но там на харде, конечно, тяжело. Вот я не люблю, когда просто одновременно нажимать нужно несколько раз. То есть, ну не одновременно, а типа вверх-вверх-вверх, вниз-вниз-вниз, вверх-вверх. Ты просто не успеваешь нажать, особенно на такой скорости. Мало того, что ты типа видишь, что тебе вверх надо нажать, потом вниз, потом влево. И тебе это еще нужно три раза нажать. То есть вверх-вверх, вниз-вниз, лево-лево. Это вообще пипец. Это просто уничтожение всего, всего и вся. Всех твоих возможностей. На максимум возможности стараешься пройти, и все равно не получается. Круто.